Группа компаний «Торхан» – это стабильные и успешные предприятия, известные на рынке с 1994 года. Холдинг выпускает комплектующие и готовые к монтажу, гаражные, уличные и промышленные ворота, рольставни и рулонные ворота, перегрузочное оборудование, системы алюминиевых профилей, противопожарные и технические двери, системы ограждений, быстровозводимые модульные конструкции, системы автоматизации и шлагбаумы, ангарные ворота. Производственные мощности организации представляют 6 заводов и 21 производственно-складской комплекс, суммарная площадь которых более 200 тысяч квадратных метров. Количество работающих сотрудников превышает 2500 человек. В реализации изделий «Торхан» участвуют около 8000 дилерских компаний. Основные центры производства и дистрибуции продукции расположены в России, Европе и Китае. Сбытовая сеть «Торхан» простирается от Атлантического до Тихого океанов, охватывает всю Европу, Россию и страны СНГ. Продукция «Торхан» также представлена в Северной и Южной Америке, Северной Африке, странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Китае, Австралии и Новой Зеландии. Офис управляющей компании – современное восьмиэтажное здание площадью 5500 квадратных метров, в котором работает более 500 специалистов. 4 завода «Торхан Россия» расположены в Одинцовском районе Московской области и занимают 16 гектаров. «Торхан Воротные системы». Завод «Торхан Воротные системы» выпускает секционные гаражные и промышленные ворота, гаражные двери, въездные, сдвижные и распашные ворота, отдельно стоящие калитки, противопожарные, секционные, сдвижные и распашные ворота. Особенностью завода «Торхан Воротные системы» является самостоятельное производство всех комплектующих для ворот. Для этих целей на предприятии установлено несколько современных автоматизированных участков по производству пружин, длинномерных профилей и комплектующих из стали, пластика и термоэластопласта. Готовые стальные изделия оцинковываются. Высокопроизводительные автоматические линии производят энергоэффективные сэндвич-панели «Торхан» с пенополиуретановым наполнением. Их конструкция полностью соответствует межгосударственному ГОСТ «Ворота металлические». В процессе производства готового к установке комплекта секционных ворот происходит предварительная сборка полотна ворот, направляющих и торсионных механизмов. Все эти процессы выполняются на автоматизированных сборочных участках. По желанию заказчика ворота могут быть автоматизированы и укомплектованы окнами и калиткой. Для защиты от повреждений при перевозке готовые комплекты секционных ворот тщательно упаковываются. Кроме российских стандартов, продукция завода «Торхан Воротные системы» соответствует европейским стандартам качества IN13241-1. «Торхан Ролетные системы». Основная продукция завода «Торхан Ролетные системы» – это полный спектр комплектующих для рольставен и рулонных ворот. Вся комплектация производится из стали, алюминия и полимерных изделий на современных автоматизированных линиях. Комплектующие изготавливаются из качественного и экологически безопасного сырья ведущих мировых производителей. Для соответствия различным техническим требованиям ламели полотна рольставен изготавливаются по разным технологиям. Энергоэффективные профили с пенным наполнителем. Экономичные профили роликовой прокатки из окрашенной стали. Антивандальные стальные холоднокатанные профили. Экструдированные алюминиевые профили. Выстроенная в соответствии с мировыми стандартами система управления предприятием позволяет с максимальной отдачей использовать его ресурсы. Для качественной упаковки длинномерных комплектующих для ролет и готовых к монтажу комплектов на заводе организовано производство упаковочных материалов. «Торхан перегрузочные системы». «Торхан перегрузочные системы» – ведущие предприятия по производству специализированного оборудования для промышленных и складских комплексов. Мобильные рампы,
электрогидравлические и механические платформы, док-левеллеры, герметизаторы проема, док-шелтеры, перегрузочные мосты и тамбуры, пленочные и скоростные ворота из ПВХ. Эта продукция обеспечивает сохранение в помещениях оптимального микроклимата, а также быстрый и безопасный грузооборот. На заводе «Дорхан» перегрузочные системы применяются современные технологии и оборудование. Для всех этапов производства изделий из стали используются роботизированные системы, оснащенные датчиками контроля заданных параметров. Применение высокоточной интеллектуальной автоматики для сборки наиболее ответственных узлов гарантирует высокое качество готовых изделий. Поточная линия порошковой покраски с предварительной дробеструйной обработкой поверхности обеспечивает надежную защиту стали от воздействий окружающей среды и длительный срок службы продукции. Перегрузочные системы «Дорхан» соответствуют европейским стандартам качества, при этом их цена существенно ниже аналогов. «Дорхан» алюминиевые системы. Завод «Дорхан» алюминиевые системы представляет собой алюминиевое производство полного цикла. На нем выпускаются литые детали из алюминия, офисные перегородки, входные группы, алюминиевые двери, алюминиевые профили различных типоразмеров, окрашенная алюминиевая лента. Предприятие оборудовано двумя современными литейными комплексами, выпускающими два вида сплавов – литейные и деформируемые. Из литейных сплавов производятся барабаны, крышки, втулки и другие детали. Они формуются на участке литья под давлением. Из деформируемых сплавов – алюминиевые профили и лента. Алюминиевая лента, используемая для изготовления ламелей и коробов ролет, производится по технологии поэтапного проката. Профили формируют на участке алюминиевой экструзии прессованием деформируемого сплава через матрицы. Линия для изготовления матриц, установленная на заводе «Дорхан» алюминиевые системы, одна из лучших в Европе. Покраска алюминиевой ленты и профилей осуществляется на современных автоматических линиях. Качество полимерного покрытия соответствует международному стандарту Quality Code. Помимо вышеперечисленной продукции, на заводах «Дорхан Россия» производятся ангарные ворота, системы автоматизации для ворот и ролет, шлагбаумы, системы ограждений, быстровозводимые модульные конструкции, противопожарные и технические двери. Дорхан Азия. Завод «Дорхан Азия Пасифик» расположен в городе Суджоу, рядом с озером Тайху, в 60 километрах от Шанхая. Его назначение – изготовление продукции для внутреннего рынка Китая и стран Юго-Восточной Азии. В состав предприятия входит три производственных комплекса. Комплекс по производству секционных ворот включает в себя полуавтоматическую линию изготовления сэндвич-панелей, участок производства комплектующих, линию автоматической сборки полотна ворот, производственные и накопительные склады. Дорхан Color Steel производит полимерную окраску металлических рулонов. Его оборудование, соответствующее требованиям японских промышленных стандартов, позволяет выпускать до 200 тысяч тонн рулонной стали с полимерным покрытием в год. Она применяется в строительстве, транспортной индустрии, приборостроении, производстве бытовой и компьютерной техники, мебельной промышленности. Качество покрытия соответствует стандарту Quality Code. Предприятие «Дорхан» в Суджоу также изготавливает широкий ассортимент автоматики и аксессуаров для ворот и ролет. Все системы автоматизации в процессе производства проходят строгий контроль качества и подлежат сертификации. Секционные, гаражные и промышленные ворота, а также системы автоматизации, выпускаемые заводом «Дорхан Азия Пасифик», отличаются высоким качеством и многообразием исполнения. Они пользуются спросом среди самых взыскательных клиентов. Дорхан Европа. Завод «Дорхан Европа» в Чешской Республике является современным предприятием с полным технологическим циклом. Он расположен вблизи города Кадань,
10 километрах от границы с Германией. На нем производятся комплектующие и готовые к монтажу комплекты секционных ворот. Все этапы изготовления сэндвич-панелей Дорхан осуществляются на полностью автоматизированных линиях, позволяющих производить за смену более 9000 метров сэндвич-панелей различных типов и размеров. Современное высокотехнологичное оборудование и постоянный контроль позволяют достигать высокого качества конечного продукта. Отличительная особенность предприятия – широкий ассортимент выпускаемых сэндвич-панелей. Он включает в себя полный спектр цветовых, фактурных и дизайнерских решений, востребованных на европейском рынке. Мощность предприятия составляет 350 комплектов секционных ворот в сутки. Из Чешской Республики изделия Дорхан поставляются в страны Европы, Северной Африки, Южной Америки и Ближнего Востока. Продукция предприятия Дорхан Европа отличается простотой монтажа, прочностью, надежностью, долгим сроком службы, стабильным качеством и конкурентоспособными ценами. Изделия завода полностью соответствуют европейским строительным стандартам. Дорхан в мире. Ключевыми элементами дистрибьюторской сети Дорхан являются производственно-складские комплексы. Они выстраиваются вокруг основных центров производства и дистрибуции для обеспечения стабильного и оперативного снабжения продукции партнеров Дорхан на локальных рынках. Типовой производственно-складской комплекс Дорхан – это предприятие площадью от 3500 квадратных метров. Он включает производственную, складскую и офисную зоны. Производственное оборудование типового комплекса Дорхан позволяет осуществлять высококачественную автоматическую сборку и упаковку до 1000 комплектов секционных ворот в месяц. Ежедневно со складов Дорхан, расположенных в России и Китае, Казахстане, Украине, Чешской Республике, отгружаются 1000 единиц продукции. С нами удобно и выгодно сотрудничать. В этом убедились множество российских и международных компаний, таких как Mercedes-Benz, BMW, Honda, Toyota, Yokohama, FM Logistic, Michelin, IKEA, Mars, Crocus Expo, Газпром, Росатом, Космические войска Российской Федерации, а также многие другие.